Друзья, всем привет, это Resident Evil 4, меня зовут Павел, и мы продолжаем. В прошлый раз мы убили эту тряпочку босса с одного выстрела просто. Ну, а что поделать, это что такие RPG? Так, тихо. Что такое с игрой, почему она так глючит в последнее время? Так, лифт, поехали. Так вот, убили мы тряпочку босса и двигаемся дальше. Не понял я. Стоп, не туда пошли. Возвращаемся. Вот. Торгаш, ты меня запутал. Вот дверь, конечно. Я так понимаю, что с замком покончено. Тебя подвести, красавчик? Давай. Давай. Так, сохраняем игру. У меня еще дела. Увидимся позже. Женщины. Да уж. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it's seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Что-то я не пойму, что творится с этой игрой. Как-то она провисает, глючит. Сейчас разберемся. Так, очень надеюсь, что сейчас провисание будет поменьше. Желательно, чтобы их вообще, конечно, не было, но посмотрим. Так, ладно. Побежали. Мы с вами оказались на каком-то острове вообще. Я так понимаю, туда, куда увезли Эшли. Будем ее здесь спасать. Ну что ж, хорошо. Так, здесь какой-то проход есть. Там сверху ящики, хорошо. Что вы тут приготовили для меня? Давайте, давайте. Денежка. И посмотрите, что я нашел. Изумруд. Отлично. Я так понимаю, что он дороже всех этих шпинелек и этой бирюзы. Хотя бы на 500 песет. Было бы неплохо. Так. Что здесь? Опа. Вы слышали это? Эшли зовет на помощь. Вон. Ах ты ублюдок. Я тебя догоню. Так, а здесь эта херня. Давайте-ка ее разобьем. До свидания. Чувствую, сейчас будет война. Опа, мужик. Тихо, тихо, тихо. Ты никого не видел. Не вздумай орать. Звать своих друганов. Хорош. Так, по стелсу работаем. Пока никто не видит. Так, что тут такого? Что это? Магнум, потрясающий. Так, это... Откуда? Все очень-очень плохо. Ладно. Так, ну, спрыгиваем, не? А может, подождем, пока этот ублюдок сюда подойдет? Мужик. О, хорош. Так, магнум. Давайте два патрона с магнума потратим. На, сука. Прям в щи. Да-да-да-да, на. Так, а теперь можно и гранатку кинуть. А он все еще не подох. Козлина такая.
Сдохни, тварь! Наконец-то, боже! Так, хорошо, деньги. Что здесь? Кто тут? Лезет кто-то? По-моему, никого нет. Так, главное мы этого... Блять! Главное этого дебила убили. С гатлингом, который... Так. Еще один удар булавой, и мне крышка. Дайте желтую травку. А желтой травки ни хера нет. Ладно, у нас есть вот такая вот штука. Давайте ее используем. Отлично. Почти максимум. Так. У нас супер прокачанный... Тихо. Супер прокачанный пистолет. Хорош. И винтовка. Это хорошо. Еще бы бабочку прокачать, было бы вообще потрясающе. Так, тихо. Не ори. Как хорошо, что я использовал траву, а то все. О, полегче. Нет! Блять, ну ёб твою мать. Так, яйцо. Ну, блять. А! Падла. Яйцо хотел использовать, не успел. Сука. Ладно. По старой схеме работаем. Хорош. Этого козла сейчас с гатлингом опять валить. Ох. Не попал. Да сдохни ты. Да. Давай, ублюдок, вылезай. Где мои патроны для магнума? Три штуки, вот в три штуки я в тебя и всажу. Где ты? Давай, давай, иди сюда. Давай, быстрее. Как смешно, боже мой. Я посмотрю, как ты будешь смеяться с патроном 45-го калибра у себя в роже. Давай, давай. Бля. Так, тихо. Да-да-да. Не успеешь. Хорош. Умер, наконец-то. Смешно, сука. Бля. Давай еще. На. Кто теперь смеется, козлина? Спасибо. Моей бабочке за это. Так. Так, как-то надо выбрать какую-то... Ну, блядь, ну ёб, ну конечно. Так, я надеюсь, еще один удар выдержу. Очень надеюсь на это. Ну что, здесь прям какие-то военные пошли. А военные это не хорошо. Там трава, вижу траву. Бля. Сдохни. Отлично. Орут, кричат. Травка, пожалуйста. Так, я даже не знаю, стоит ли сейчас использовать. Блин, опасное дело, ладно. Давайте все-таки ее изанем. Не попал. О, ублюдок со щитом. О-о-о. Тут самая настоящая война идет. Так. Еще и с шокером, охренеть. Умри! Да блять, я не мог быстрее умереть. Хорош. Хм-да. Кто-то там долбится. Сейчас. Ух, хорошо. Уж больно много их здесь. Какой-то, какая-то база. Да ну хватит. Ну хоть этот умер, и то хорошо. Да ёпта. Яйцо. Выручай. Отлично. Ха.
Да хватит. Ребятки, почему вы не хотите умирать? Ну наконец-то, господи, слава богу. Музыка кончилась, всех убили, потрясающе. Ой, боже, так, Эшли отнесли вот в эту дверь. Что это такое? Понятно все, сейчас будем все это открывать. Да-да-да, я понимаю. Так, здесь ничего нет. Патрон для ТМП, который мы благополучно продадим. Самого-то ТМП у нас нет. Так, давайте крутить эту херню. Поверхность, естественно, повернуть. Так, вот сюда. Как это отпустить? Эй! Эй! Как выйти-то отсюда? Алло? А, escape, боже. Ладно. Так, вот здесь должна быть вторая, насколько я помню. Да, отлично. Ублюдок с гатлингом лежит, ладно. Блин, как непривычно на мышку-то, блин, нельзя было сделать на кнопке? Я надеюсь, оно достанет. Давай, давай, трясем, трясем мышкой. Достает. Отлично. Слабенькая у вас система безопасности, мужики. Так, травку бы найти уже не так-то легко. Нужно бы хпшку-то увеличить. 35 патронов. Это, конечно, хорошо. Только самих патронов не очень много. Так, идем дальше. Что такое? До свидания, ублюдки. Фух, очень тяжело стало играть, конечно, но ничего. Не ори. Хорош. Кто еще? Да, военные, конечно, не слабые. По-моему, кто-то еще идет. Нет? Странно, ну ладно. Так, тут ничего больше нет. Здесь у нас что? Здесь тоже ничего нет. Ну хорошо, вот по лестнице непонятно куда поднимаемся. Ублюдок! Ах, заметил, жалко. Огонь! Так. А, вот, мы просто на уровень выше поднялись. Ну, хорошо. Давайте все проверять. Так, там обязательно туда сходим. Давайте патроны сначала заберем. Кто орет? Здесь нихера нет. Замечательно. Загнал себя в угол. Ну, конечно. Молодец. Тихо. Ты что такой? Ребята, вы чё? С какими-то противогазами. Отлично. Замечательно. Затащил. Так, тут что? Красная трава, неплохо. Желтую, желтую дайте. Проход себе открыли. О, сундук. А в сундуке? Ёпта. Золотая рысь. Нихера себе. Да, ну хорошо. В эту рысь что-то можно ставить? Изумруд? Что такое? С тремя углублениями, это прекрасно. М-да. Печально. Я так подозреваю, что туда нужно было встануть тот синий глаз, который мы недавно продали. Это обидно, ну ладно. Так, уходим, идем дальше. Что здесь? Ты кто такой? Ты куда убежал-то? Чувак с РПГ. С РПГ? Так, у нас тут 10, 20, 30, 40, 50 патронов. Отлично. Постреляем немножко. Так, дебил с РПГ. Успокойся, хорош. Успели. Нет! Хорош. Кто это такой смелый?
До свидания. Это ты? Где ты? Я тебя сейчас кину. До свидания. Патроны. Забираем. Так, что у нас здесь? Упал. Давай, по горлу, по горлу. Хорошо. Ого. Опасные ребята. Как мне нравится их опрокидывать через себя. Неудобная камера. Хорош. Ух, узкое пространство, это, конечно, нехорошо. Бля. Еще и с динамитом, чувак. Мяг, ты задолбал со своей булавой. Так, плохо дело. До свидания. Сзади, господи, да ну ёпта. Так, нет, это не дело. У нас еще есть патрончиков немного. Да... Блять, ну... Ну как? Как? Только не сначала. Сука. Тварь! Падла! Ладно. Давайте по-быстренькому все это пройдем. Так, рысь надо забрать. Обязательно. Да-да-да. Что у нас здесь было? Ой, это что-то лежит. А Фушварц я, по-моему, не заметил. Ну хорошо. Не такое уж и бесполезное место. Где он? Иди сюда. Чтоб у тебя шея сломалась. Да капец, ну. Ребята, вы меня расстраиваете. А вот ты молодец. У тебя голова разлетелась. Да умрите вы уже. Наконец-то, боже. Так, где моя рысь? Вот она. Ну, ну куда? Хорош. Так. О, хорош, я уже забыл про нее. Сейчас будет много-много народу, дебил с РПГ. Это нехорошо. Так, здесь никого нет. Пиздец! Что еще я могу сказать? Где? Откуда? Вон, кидает. Не попал. Уху, хороший кадр был. Так, ублюдок. До свидания. Фух, какое сложное место, а? Может просто пробежать? Что у нас наверху? Давайте скинем эту долбанную повозку на них. Да как, не попал-то. Так, пару человек замочили, хорошо. Охренеть! Кошмар. О, вот, отлично. Здорово. Так, опасно, опасно. Ух! Бляха. Уходим. Граната, срочно.
под ноги себе кидаем. Отлично. Тащим, тащим. Посмотрите, а им гранаты мало. Охренеть. Вы чё, ребята? Ах ты, сука. Уходим, уходим, уходим. Это ты меня в прошлый раз убил, да, козлина? До свидания. В этот раз у тебя ничего не вышло. Так, ладно, уходим отсюда. По-моему, их... Не знаю, стоит ли наверх идти или нет, но давайте сходим. Надеюсь, что-то полезное все-таки будет. Ты не полезен, козлина. Денег дай. Угу. Все, музыка закончилась. Ууу, хорошо, что я сюда зашел. Отлично. Все, идем дальше. Главное, чтобы никто не взорвал эту бочку. Иначе было бы не очень весело. Так. Нажать, естественно, нажать. Отлично. Торгаш, ой, сохранение. Отлично. Так, продаем все, что не надо. 100 тысяч есть. 15 тысяч рис, но подождем, не будем пока ее продавать. Поищем эти камушки. А здесь вообще нету, я не знаю, что с этими масками делать. Они прям... Никак нельзя их. Так, подождите, что здесь? Карта сокровищ, это неинтересно. Ни хрена. Очень прочный и мощный пистолет. И у него 25. Ой, он такой дорогой. Не, нафиг. Лучше походим с нашим. С нашей бабочкой. Да? 13, а тут 25. У нас, по-моему, 30 уже, но тут, наверное, все-таки больше будет. Ай, хер с ним. Бабочка, страйкер. Даже не знаю, что. 40 тысяч, а здесь. Денег совсем нету. Емкость 12. Хорош. О, неплохо, на все хватило. Так, ладно, давайте, наверное, здесь сделаем небольшой перерыв. Это было очень жестко, но все-таки. Да, неплохо. Ну хорошо, всем спасибо, кто смотрел. Если понравилось, можете поставить большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.